водителям просьба особое внимание обращать, как сейчас организовано движение, знаки для упорядочения движения выставлены, ими руководствуемся, не совершаем ДТП, не нарушаем. Особую бдительность надо иметь. Повторим, участок от межквартального проезда до въезда к Дзержинского 57 имеет одностороннее движение с движением вниз, в сторону строителей. Со стороны строителей въехать к Дзержинского 57 и на улицу Бредова сейчас нельзя. Просим очень внимательно относиться к дорожным знакам.